были такие древние. Android культуры и там пофотографирую. Сейчас мы находимся в Гугле, на кампусе Гугла. Здесь, как вы видите, представлены версии Android, которые, кстати, недавно переехали на это место. Раньше они были в другом месте, потому что все путаются, и я еле нашел их. Как вы видите, крылья просто на саморезы прикручены. Это, конечно, не очень надежно и не очень красиво, мне так кажется. В общем, это очень далеко от новейших технологий. Перед нами один из первых Google мобилей, Google Maps. Теперь это уже, конечно, кажется историей. Но вот были такие древние Google мобили. Такое древнейшее оборудование. Это как в каменном веке. Конечно, сейчас уже даже сложно себе представить, что когда-то были настолько древние, настолько устаревшие автомобили. Вот вы видите, что даже использовался вуд, использовалась деревянная стойка. Это прошлый век, это фактически доисторический автомобиль. Вот. How big is Google? Google extremely большой. Просто огромный. Я вот сегодня уже полдня путешествую. Здесь куча всего. Есть бесплатный транспорт. Можно взять такой велосипед. Есть бесплатная еда. Если вас пригласили на интервью, если вам дали такой бэджик, здесь есть такие вены. Если вы его увидите, можете остановиться и взять бесплатную еду. Еда очень вкусная. Есть бесплатный паркинг, бесплатный туалет,
Душ. Everything. Мне тут уже начинает нравиться. Чем больше я тут нахожусь, тем больше мне тут нравится. Все бесплатно. Многие говорят по-русски. Или хотя бы знают слова русские. Hello everybody. Хочу рассказать, как поесть в Гугле бесплатно, если вас пригласили на интервью. И если вы видите вот такой вен, вот не все махают, потому что здесь очень вежливые люди вокруг. Вот, если вы видите такой вен, то можете смело подходить. И если у вас такой бэджик, если у вас есть бэджик, то можете смело заказывать что-то. Сейчас я вам покажу, что мне дали совершенно бесплатно. И надеюсь, мой совет кому-то пригодится. Так, что мы тут имеем? Это называется обжор, по-моему. Значит, мы имеем перчик, брокколи белое, какой-то горох. И у нас здесь буррито. Что-то типа буррито с чикен. Вот. В общем, enjoy life and come to Google for interview. Goodbye, world. Сейчас я нахожусь возле LinkedIn'а. У всех у нас есть профайл на LinkedIn'е. Но не все тут бывали. Yes.